Всем привет, ребята, мы на канале Ломера. Сегодня я в дебильном шлеме, естественно. Как же иначе. Расскажу вам, что они выходят в видосики. Короче, выходят они по нескольким причинам опять. Первая причина. У меня дома сейчас ремонт. И полдня хреначат свежие темы. Бесит неимоверно записывать реально. Дальше. Сейчас, как вы знаете, у школьников каникулы. А я отношусь к тем самым школьникам, на каникулы я отдыхаю. Третье. Нет мотивации, потому что нет просмотров, нет лайков, нет комментариев, нет фидбэка. Ну, типа, последний видосик там набрал 6 просмотров за 3 дня, но я старался, монтировался, но не работает. Что-то не собирает нифига. Четвертое. Кроме ютабчика сейчас еще много чего делаю, много чем занимаюсь. Есть еще такие просто дела. Да, ну и еще много чего есть. Одно из того, что есть, это, если вы не знаете, я пишу рассказы, пишу повесть, но еще получается редактора рассказы чуть-чуть. Вот, один из них, например. Можете, если что-то видно, поставить на паузу, почитать. Я, короче, сейчас поймал дикий кураж. Сижу, пишу часами, да, так что именно поэтому не выходят видосики. Обидно, конечно, но честно, на самом деле, потому что нет больше нет мотивации, у тебя нет фидбэка нифига, и при 80 подписчиках 5-6 просмотров за 3 дня, ну как-то ну, нет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи.